является моральное право пока находить так называемые находки на территории на своей. Я с тобой полностью солидарен. Чтобы потом раздуть цену этому и сказать, вот мы завоевали. Вот это Наполеон сшивал нации, что он зачем? За своих солдат стрелял из пушек стрелять. Вот на трех языках, видишь? Сверху иероглифами. Угу. Дальше вот на чем? И вот. Вот вся основа всей этой египтологии. Угу. Ничего не нашли с тех пор. Она скрыты далеко не до конца. Хотел сказать, что пошлите меня в командировку. Сам же все это... Во-первых, голову, это трудно сказать. Но англичане считали Египет и вообще весь мир, все сказалось. Такое все-таки, что даже если это в эпоху Возрождения было сделано, то все эти женские тела, да, так откровенно, в таком откровенном виде, да, исламское государство с такими тупыми вообще понятиями. Настоящие, наверное.